Здравствуйте, я Марго, я оператор с Хилтона, и очень бы хотела, чтобы такие семинары были на регулярном основании, так как они действительно очень расширили мой круг мировоззрения насчет таких вот ситуаций, которые могут возникнуть каждый день на нашей работе. Спасибо большое. Спасибо. Павел Балакирев, отель оперы, старшей смены. Очень нужные семинары, потому что бывают разные ситуации, но они должны быть на регулярной основе, а не раз в год. Так что очень понравились умные и квалифицированные тренера, инструктора. Показали очень интересные вещи. Спасибо большое. Говори. Имя ваше и напарник? Владимир Ярослав. Здравствуйте, меня зовут Закалкин Павел, отель «Опера», охранник по системам Крав Мага, также самообороне. Очень понравилась подготовка, так как инструктора довольно квалифицированные. Владимир и Роман Ярослав провели очень увлекательный тренинг, подобрали максимально приближенные к действию занятия. Тем самым это было интересно, увлекательно. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Меня зовут Александр Хилтон. Охранник, работаю недавно. Интересное мероприятие. Ну, хотелось бы заниматься на регулярной основе, но больше бы интересно было отработки классических приемов, бросков и спаррингов. Данные частные техники, они интересные, но более эффективны при наличии физподготовки и там чувстве дистанции. Окей, спасибо большое. Андрей, сотрудник охраны отеля Хилтон. Очень все понравилось, и хотелось бы все закрепить, чтобы до автоматизма все эти приемы можно было реализовывать. Придает большой уверенности даже теория, то, что ты увидел, но в идеале повторить хотя бы раз в неделю, раз в 2 недели. Такие занятия нужны. Спасибо большое.